На фоне безразличия Европейского Союза к почти 30-летней военной агрессии Армении против Азербайджана, к преступлениям против человечности и политике этнических чисток в отношении азербайджанцев, к факту того, что более 1 миллиона азербайджанцев оказались в положении вынужденных переселенцев и беженцев, заявления, полные выраженной поддержкой Армении и обвинениями в адрес Азербайджана, являются ярким примером предвзятости и двойных стандартов этой структуры. Об этом говорится в ответе МИД Азербайджана на заявление от 13 ноября 2023 года Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Обвинения, выдвинутые представителем ЕС, который не предпринял никаких шагов для того, чтобы побудить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Азербайджана. Еще раз напоминаем, что и 44-дневная отечественная война, и 24-часовые антитеррористические мероприятия в сентябре текущего года были проведены на суверенных территориях Азербайджана. Азербайджан легитимными методами восстановил свой суверенитет в рамках норм и принципов международного права. В то время как страны ЕС страдают от тенденции агрессивного сепаратизма, попытки внешнеполитического ведомства ЕС разжечь сепаратизм на территории нашей страны вызывают серьезную озабоченность. Усилия со стороны ЕС поддержать вооружение Армении и милитаризацию, препятствующую миру и стабильности в нашем регионе, говорят о поощрении политики, которая ведет к новым конфликтам, и ответственность за это также ложится на ЕС. Планы использовать европейскую мирную инициативу, предусматривающую в частности усиление военного потенциала, способствуют росту напряженности в регионе. Еще раз напоминаем, что говорить с Азербайджаном на языке угроз неприемлемо, и любые недружественные действия не только не дадут положительного результата, но и получат адекватный ответ, подчеркивается в заявлении МИД.